Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me. Всем привет, дамы и господа, с вами Чикнукстар Супер, и сегодня мы продолжим проходить игру Warhammer Space Marine. Вот, Маринки очень крутые, офигенная игрушка. Еще раз, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, огромное спасибо за вашу поддержку. И вот мы продолжаем проходить эту игру. Мы добрались до каких-то канализационных туннелей. Это какой-то дом секретов. Вот, мы скоро доберемся до секретного оружия в комплексе Дрогана. Довольно-таки интересно в плане сюжета. Вот, полностью кровь кишки. Мочим тут орды просто. Орды. Орков-морков. Вот. Наш отряд. Наши ребята. Ну что? Глава 10. К чему стоит готовиться, инквизитор? О да, оборонительные устройства. А какие именно, инквизитор? В основном сервотурели. Готовы убивать орков? Они запрограммированы на уничтожение всего в радиусе огня. То есть они будут стрелять и по нам, ребята? Еще одна непростая какая-то. Ну-ка, жаль, ящики не открываются. Хорошая была бы задумка. Так, ну что? Погнали. Работает изоляция. Работает изоляция. Так, хорошо. Впереди турели. Ой-ой-ой. Так, вот они какие, да? Так, у меня гранатомет, миномет, пила, топор. У нас топор. Давайте в прошлой части. Давайте-ка попробуем. Миномет, да? Ну давайте возьмем, я думаю, он пригодится нам для уничтожения турелек. Будем обвешивать, пим-пим-пим, и потом за углы взрывать. Такая тактика, как я понимаю, здесь будет. Как раз таки вот нам подсказку дают. Курочки огня, курочки подрыва. Это турель, наверное. Еще одна турель. Протоколов безопасности требуется авторизация. Ну да. Ракетная установка. Где? Где она? Вот она. Мало патронов. Тут повсюду эти пушки, особо не разбежишься. Согласен с тобой, брат. Я могу отключить их из центрального блока безопасности. Значит, отправляемся туда. Давай, туда, конечно, лучше их отключить и перепрограммировать, чтобы они на нас работали, потому что что нам сейчас тут... Сейчас понавылезает, блин, орки. Надерут нам жопу. Зачем нам это? Нам это ни к чему. Так, поехали. Сейчас, ребятки, одну секундочку, сейчас проверю кое-что, как... Как? Все вот так. Нормалды. Так, что там собака разгавкалась. Ребят, не забывайте подписываться на канал, конечно же. Оставляйте комментарии, ставьте лайкосы. Работает изоляция. Где? Работает изоляция, раз. И закрыли нам.
Ёпки. Че, взорвалась она? Нормально. Живем. Живем. Аккуратно пойдем. Нежно, как говорится. Опа. Я знал, что это же. Нежных берем. Миссис с роликами, что-то какое-то разнообразие. Люблю это в играх. Так, я хочу еще осмотреть. Вроде бы зачистили, да? Ладно, вроде бы ничего нету. Погнали, пацаны. Хоба. Вернем дверку. Так, сейчас чувствую, будут орки. Тут какие-то бочки. Для исполнения протоколов безопасности требуется авторизация. Ну так, хорошо. Тоже хорошо. Так, зачищаем. Идем потихонечку. Так, записочку обязательно берем. Куда ее? 3 из 5 собрали. Хорошо. Так. Все супер. Так, активируем. И запас. Ой-ой-ой. Ультрамарины. Блок управления думает, что мы сбежавшие ксеносы. В боковой комнате есть панель управления. Отведите меня туда, и я его отключу. Хорошо. Чё это? Фига, прикольно. Прикольно, что-то они здесь каких-то. Орков здесь. Хороший пистоль. Прямо чистенько так. Мы не ксеносы. Как они тут что-то делали? Изучали их, что ли? У одного орка раз, два, три руки, две головы, четыре ноги, непонятно. Круто, а? Что-то накидали, накидали. Ладно. Видать, ни одного замучили здесь. Куда он там стартанул? Ой. Алло. Скоро откроется выход, капитан. Но я боюсь, что турели дальше за этой комнатой остались активными. В смысле? Кто-то нас видит, что ты харек. Гранаточки возьмем. Содержится в этих контейнерах? Особи для моих исследований. Образцы, клетки, операционные залы.
Здесь просто разит ксеносами. Это касается только Инквизиции Ультрамарины. Угу. Сюда, Ультрамарины! Чё-то ты тут наделал, короче, да? В этих колбах какая-то хрень. Так, музончик начинается, мне это уже не нравится. Ладно, идем потихонечку. О, чё-то сейчас какое-то усиление нам дадут. Нифига себе, какой-то страшный бой будет сейчас, походу. Болтер Кракен. Я разблокировал Болтер Кракен. Так. Ладно. А чё? Ядро всё ещё ой. Отлично. Если это и есть огневое ядро Инквизитор, оно значит питает всю структуру? Нет. Ой-ой-ой. Не совсем так. Ядро поднимается под крышу комплекса. Под ней расположен основной огневой блок. Ладно. А где Болтер-то? А, о, нифига, да. Теперь-то оно видно. Ну что ты это? Ну что ты? Все, погнали дальше. Погнали дальше. Так. Смотрим. Болтер у нас усиленный теперь. Ну, что за музыка такая? Мы прям как будто куда-то прям пробираемся. Активировать. Загрузочки. Пока загрузочка, ребят, напоминаю, подписаться на канал, поставить лайк, комментарий, бахнуть. Вот, благодарен всем огромное за вашу колоссальнейшую поддержку, что у вас хватает душнилующие это... Смотрите. Хорош. Так. Где еще? Ух, ё-моё, прям в лицо поймали. Аккуратно, аккуратно. Да я три. Так, вперед не лезем. Сдалека пока раздаем. Хорошо. Хелимся, живем. Где-то она еще прям появилась. Показалось, как тут сзади где-то нету вроде. Ох, ёпта, блядь. Бабам, бабам. Ой, тихо. Тихо, да? Да... Сожжновато, наконец-то. Целится. Хорошо. Тоже хорошо. Угу. Так, можно туда пойти, а можно здесь посмотреть. Интересно нам куда. О! Здесь мы еще пополнимся боеприпасами. Ой-ой-ой, ага. Пополнились. Так, вот подманивает игра тебе. Бежишь, счастливая тебе раз, эй. Берем. Так, сейчас тут взять боеприпасы, взять. Так, ну, можно типа туда идти, вот эту вот, ту дверь. Кружочек мы здесь такой дали, да? Да. Ну, хорошо. Так, раз. Так, сохранение прошло хорошо. Вот эта штука. Обнаружены ксеносы. Обнаружены ксеносы, ага. Я же не ксеносы.
Я же Марина. Ультрамарина. Что, Маринку не узнали, я не пойму. С ума посходили тут. Нормально африканские там-тамы забубенили. Ой, ой, прошу прощения, у меня здесь выскочила какая-то ошибка. Я мою быстренько. Эй! Продолжить дом секретов. Кстати, дом терпимости, это хорошо. Опа! Не вижу. Блин, слишком высоко как-то. Где она? Непонятно. Вот где-то вот сейчас будет она меня. Дрючкать откуда я не вижу ее, да? Да не, вроде спокойненько. Ладненько, нам сюда, да? Тум-тум-тур-дун. Загрузочка, ребят, подписываемся на канал, все подсказочки на экране. И также не забывайте, ребят, заходить в описание канала. Вот, там, ссылочки на моих друзей, корешочков. Вот там, мальчики, девочки, все вообще просто. Есть каналы, Просто что-то бомбезное, ребята, просто невероятное, я бы сказал. Так что переходите, подписывайтесь обязательно на канал друзей. Обязательно, прям обязательно. Так, ну что мы? Когда-то мы все ближе и ближе к этим секретному оружию приближаемся. Все ближе и ближе. Все ближе и ближе. Тун-тун-тур-дун. Тур-дун-тун-тур-дун. Здесь еще подали. Вон их сколько. Раз, два, три, четыре. Нихера себе. Комната управления за этими дверями. Ага. Этими турелями. Да, правильно сказал, давай там. Живем пока. Ух. Нормально, они так прилетают, но. Хилимся, живем. Как говорится, отца сала. Это система ваша. Безопасности. Для кого она сделана? Непонятно. Кого она могла убить, тоже неясно, но отсосала. Система эта. Положили на спину, как говорится. Положили на спину. Глазочки, чаечку обязательно. Выполнено. Добрались до зала управления. Берем боеприпасы. Что, нельзя, что ли? Миномет. Моноган. Ух ты, а это чудо штука такая, друг. Я скоро отключу все системы безопасности, капитан. Но боюсь, что они тогда уже не смогут сдерживать орков снаружи. Ох. Максимальная ярость разблокирована.
Так, быстрее. Обалдеть. Мы а просто вы будем с сможете памяти, выстрелить? Конечно. Нам стоит поторопиться. Это место скоро будет просто кишать орками. Да. Конечно. Системы безопасности отключены. Авторизация пройдена. Снятие блокировки. Новая задача — подготовьте программу стрельбы. Отправляйтесь в генераторную. Так, скоро? Отправляйся, генератор. Ты тут какую-то херню замутил, и теперь меня куда-то гонишь. Ну ты, инквизитор, блин, даешь. За что? Ух, ё. Они уже здесь. Вот и орки. Мне немножко хп надо, извини, брат. Эх, вы маленький. Гомосекусы. Уй! Да давай! Вот так. Гнездо энергетического ядра, капитан. Снова риск облучения? Только если уроните контейнер. Сейчас меня опять трахнет. Зацени чат. Очень хорошо, капитан. Что-то он прям мутит. Наконец-то вы избавились от необходимости носить его. А мне казалось, я круче с этой штукой. Теперь ее у меня нет. Назад. Психическая плеть. Инициация протокола стрельбы. Тревога. Структуре нанесен урон. Внимание. Активирую аварийные обряды стержня. Какие обряды? Что за стержни? Что происходит? Дрянь. Что мне нужно будет сделать, инквизитор? Вам нужно будет вручную перезагрузить весь массив. Ёлопа. С применением силы, если потребуется. Где? Огневая камера. Ультрамарины, идите на лифт. Ну ладно, в огневую камеру, так в огневую камеру. Туда нам? Или куда нам? Кого перезапустить? Мне кажется, нам сюда. Ни хрена. Че, на шандарах нашли по ней? А, нет, туда просто бежим и все. Ладушки. Блин, там, надеюсь, не было никаких записочек, но вот здесь мы нашли одну. Класс. Поехали, пацаны, где мои пацаны? Ну вы где их? Погнали. Фига, вот тут было задание просто сложнейшее. Капитан, можно было не пройти. Чертовы орки перерезали проводники, ведущие к огневой башне. Вы должны подключить проводники, капитан, иначе будет перегрузка и всю планету разнесет на части. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Устранить последствия саботажа. Саботажа. Саботаж. Саботаж. Но саботажа мне больше нравится. Хыть! 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 Так, загрузочка, ребятки. Подписываемся на канал еще. Не забываем написать какой-нибудь комментарий от души душевно. Вот также не забывайте перейти в описание, ребятки. Там каналы канала. Тут полная комната этих тварей. Мочите всех! Всех! Где мой прицел? Что за уровень свободный, ну, слава богу. Ты запаришься. Так, одну сделали. Блин, хорошо. Каналы снова подключены. Теперь идите к главной панели управления. Хорошо. Выстрелите из психической плети. Ничего себе, мы сейчас из самого-самого... Блин, жалко лестницы, да? Поставили, а... Авторизация на оружие подтверждена. А нельзя. Обходим.
Так, посмотрим, может что-то есть где-то что-то. Так, тут какие-то консоли. Не работают. Ладушки. Space Marine, а так. Очень круто. Сейчас мы из этой штуки как бабахнем. Вот это взрыв. Вот это да. Сейчас вот это прямо оно самое будет активировать. Основное удерживающее крепление освобождается. О. Запущена программа стрельбы. А куда стреляем-то? Огонь. Тревога. Вот это. Ёб твою медь, не выдержала твои. Меня опять говном облучили. Взгляните на шпиль! Пили-вили. А я искал тебя, господи. Босс! Я искал тебя, десантник. У тебя есть кое-что, я думаю. Закидали его гранатками. Постреляли в него, вот и все. Опять оно. Почему не сработало? Проклятый Дроган. Не доверяй Инквизиции. Спокойно, ультрамарины. С этими орками мы справились. Ничего. Это типа было больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Демоны хаоса? Как такое возможно? Нифига себе, мы сейчас еще и с демонами будем ядрить. Шортс. Это шортс. Ах ты, инквизитор. Ух. Какой героизм. Дроган! Предатель. Я верно послужил вам, лорд Ниверон. Понимаю. Мой слуга сделал больше, чем я рассчитывал. Но он бы не справился без вас. Капитан Тип. Тип? Благодаря храбрым космодесантникам мы прорвались в эту реальность. Опа, он опять схватил эту штуку. Глупец, и сопротивляешься моему прикосновению. Тит, капитан ультрамаринов. И касанию варпа тоже. Это весьма впечатлило моего слугу. Да,
ты считаешь Инквизитора предателем. Но Дроган умер еще до вашей первой встречи. А вас использовала моя марионетка. Воплоти. Нифига себе. Орк. Да. Фига они там улетели. Император, ребята. Храни нас. Нам нужен выход. На лифт. Обалдеть. Обалдеть, ребята. Да, минус голова, охренеть. Охренеть, ребята. Красота, просто красота. Да, блин, они тут повсюду. Блин, перезаряжаться зачем стал? Подожди, перезаряжаться. Здесь нет никаких записочек-то. Почему он нас предал? Что с Дроганом случилось? Он что, действительно мертв был все это время, и мы бегали типа с его марионеткой? Очень круто, ребята. Охренеть, вот это поворот, конечно. Там они еще вылезли. Этот демон говорил правду? Я хрен знает. Это мы вызвали вторжение хаоса? Разумеется. Его марионетка-инквизитор манипулировал нами с момента встречи. И до нее. Этот лже-инквизитор послал сигнал бедствия. Я так не думаю, Леандр. Он был напуган, взволнован. Думаю, это был настоящий Дроган, обреченный на смерть. И она нашла его. Но убили его не орки. Агенты хаоса уже как-то проникли туда. Вот оно чё, ребята. Вот оно чё. Ну что, дамы и господа, не забывайте с вас подписчика, лайк, как шо ночи я вам предоставил. Тут прям... Ух! Агенты хаоса полезли со всех сторон. Ну, красота, благодать, дамы и господа. А мы с вами, конечно же, ребятки, продолжим все это попозже. Не забывай подписаться на канал, конечно же. Вот, всем, как всегда, всего самого наилучшего. Ребята, берегите себя, берегите своих родных. С вами был Чикаток Стар Супер. Всем пока. Tell me that you love me, even if it's fake.